Вкусняшки от Наташки. Натуральные торты по демократичным ценам. Широкий выбор начинок и идей оформления. 8-967-868-0464. И ДПО МГТУ «Горизонт» продолжает набор по программам профессиональной переподготовки. Промышленное и гражданское строительство и маркшейдерское дело. Дружбы 22-1, 265-263. Понедельник выдался прохладным и дождливым, и, возможно, во вторник все изменится. Но, чтобы не гадать, предлагаю узнать прогноз погоды от наших синоптиков. Синоптики. Они не люди, что ли? Не могут ошибаться? Могут, конечно, но все равно прогноз помогает предвидеть ситуацию. Вот о ней и поговорим сейчас. Итак, в Магнитогорске 24 апреля ожидается небольшое похолодание. Ночью до минус 1 градуса, утром и днем уже от плюс 2 до плюс 4, но пасмурно. К вечеру столбики термометров останутся на дневной отметке плюс 4 градуса и только поздно вечером опустятся до минус 2. В Белорецке Абзаково ночью до минус 3, но в течение дня похолодает. Сначала до нуля, а ближе к вечеру и вовсе до минус 2. В соседнем Сибае утром минус 1 градус, днем потеплеет до плюс 5. И пасмурно. И на очереди наша рубрика «Погода от народа». Стая накаркала, что в Челябинске плюс 1 утром, днем плюс 6 примерно. И пасмурно. Карр. Как говорится, против вороньей стаи не попрешь. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего настроения. Берегите себя. До завтра. И ДПО МГТУ «Горизонт» продолжает набор по программам профессиональной переподготовки. Промышленное и гражданское строительство и маркшейдерское дело. Дружбы 22-1, 265-263.